Это я запускаю видеоролик эксперимент. Сейчас я возьму, тут сам сяду вот за этот стол, возьму краски, гуашь, кисточки, плюшки, ватрушки, все тут возьму. Короче, нарисую картину, буду продавать, короче, буду художником. Я сейчас нарисую здесь сам, своими руками, выставлю в сообществе в Ютубе, можете купить, она будет в одном единственном экземпляре, подписана моим автографом, вообще будет эксклюзивная, короче, вещь. Также я буду продавать ее еще на OLX и Авито, и посмотрим, за сколько я могу продать, и продам ли я вообще, и кому, и как, и вообще, короче, давайте смотреть. Закрепил. Мне тут жена подсказала сделать вот так вот, чтобы потом оторвать, и получилось как рамочки фотография. Все подготовил, осталось только придумать, что нарисовать. Надо что-нибудь актуальное, что люди купят. Думаю, может, Сталкер 2 нарисовать или что-нибудь такое. Все, ребята, нарисовал я свой шедевр Сталкер 2. Все, тут расписался, дату поставил сегодняшнюю. Теперь осталось самое приятное — оторвать эти штучки и посмотреть, как будет. Да, короче, так себе идея — прилеплять вот этот малярный скотч. Видите, отдирается. Но это ладно. Ну, не знаю, искусство — вещь такая субъективная. Красиво ли это, некрасиво, считайте сами. Я старался. Купить данную картину вы можете, написав мне в WhatsApp. Я сейчас укажу номер в описании к ролику своего WhatsApp. Можете написать, отправлю или почтой, или лично в Казахстане, в Россию почтой. Вот такая картинка получилось, можно поставить ее в рамочку, будет вообще классно. Так выглядит издалека. Формат А4. Художник тут вот перед вами все нарисовал. Смотрите, красота, красота. Мне нравится, не знаю. Может, вам не нравится, а может, нравится, а может, не нравится, не знаю. Короче, буду продавать. Вот нарисовал, я старался, старался. Буду продавать. Кто хочет мое искусство купить, пожалуйста, милости просим. Один единственный экземпляр, дата есть, подпись художника есть. Так что покупайте, потом разбогатеете. Бля, я маслину поймал. Быстро давай. Берем его дубленького. Ай, бля.